Всем привет! Вы на канале для семьи. И сегодня мы приготовим с вами творожную запеканку. Вкус детства, прям как в садике. А вот и ингредиенты для нее. Берем 3 яйца. Отделяем желтки от белков. Белок взбиваем, добавляя в белок соль. Когда покупаете творог, лучше, чтобы он был однородный, а не зернистый. Но если все-таки у вас зернистый, можете приготовить и из него. Или перемолоть его на блендере. К творогу добавляем желтки, а также манную крупу. И добавляем еще 3 столовые ложки сахара. Ранее взбитый белок добавляем сюда же. По желанию можете добавить любые сухофрукты, которые вы любите. Форму, в которой вы будете выпекать запеканку, смазываем сливочным маслом. Сверху посыпаем манкой и вылаживаем нашу творожную смесь. Выпекаем при 180 градусах 35-45 минут до румяности. Запеканочка готова! Ну вот и все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал для семьи. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!